В офисных помещениях бизнесмена Евгения Пригожина работают сотрудники МВД России. Кадры оперативной съемки. Несмотря на то, что в помещениях никого, оперативники в бронежилетах и с оружием. Обыски прошли и в особняке Пригожина под Санкт-Петербургом. Территория около 1,5 гектаров. На участке дом, бассейн, крытый паркинг. Дорогие авто отсюда успели выехать. Пол в виде шахматной доски. Просторная гостиная. В центре фирменная кувалда с надписью «На случай важных переговоров». Здесь же стол для бильярда. Зимний сад с огромными оранжереями. Дальше джакузи. Всюду шик и блеск. Ах, и коробках. Золото. Этот слиток весом в 5 килограммов. А еще большое количество оружия. Опубликованные силовиками кадры. Фамилиями. Получается, Евгений Пригожин, он же Дмитрий Геллер, он же Олег Семенов, он же Дмитрий Бобров. Во время обыска на фото попали.